Планета загрязняется, люди стали черствыми. Мыслимо ли голосовое сообщение на 5 минут? Нельзя ли текстом? Я просто вынужден начать все с нуля. Я нашлю на вас ливень, который продлится 40 дней и 40 ночей. Это конец. Бог решил стереть все с лица земли. А теперь слушай, ты построишь ковчег. И приведешь на него каждой твари по паре. И как они туда все поместятся? Прошу прощения! Как слоны ходить будут в туалет? Вот гадость! Места всем хватит! Без паники! Сдается мне, одна мышь у нас лишняя! А вдруг они начнут жрать друг друга? Нас пригласили в круиз с неограниченным буфетом. И что, нам обязательно их есть? Вот я, например, веган. Нужно пустить вперед птицу. Она найдет землю. Даже не знаю, почему меня выбрали. Я точно не справлюсь. Царь я! Наконец-то мой шанс блеснуть. Музыкальный поединок! Царство мое, царство, отвага и коварство. Как только я приду, все козлы попадают в беду. Царь я, правлю тут как старья. Царь я, шикарный государь я. Всем классно, никто никого не ест. Ого! Мы справились! Звериный рейс. Ну, что скажете? Это не песня, а катастрофа. У тебя же ритм хромает. Святые мокрицы!